Здравствуйте, дорогие друзья! С вами интернет-магазин Попади в 10.ру. Сегодня к нам на видеообзор попал электрошокер Тайзер. Это единственный стреляющий электрошокер, который есть на российском рынке, официально продающийся. Давайте откроем коробочку и посмотрим, что внутри. Открываем коробочку, мы увидим пульт электрошокера. Сейчас достанем его и покажем. На нижней стороне находится порт зарядки. Также электрошокер снабжен переключателем и кнопкой. В заднем положении ничего не стреляет, в центральном положении также ничего не работает, потому что нужны картриджи для срабатывания. В переднем положении у нас включается лазерный телеуказатель. Между контактами проходит разряд. Этот разряд касается... Тут есть на каждом картридже по два контакта. Контакты соединены с пороховым зарядом, так что происходит как бы выстрел. Вылетают иголки и втыкаются, скажем так, в человека. Ну и пробивают его электричество. Вот приблизительно такая схема работы. Иголки идут с проводками, естественно же. Что еще можно сказать о электрошокере? Данная модель относится ко второму классу электрошокеров, то есть достаточно мощная, порядка 6 миллионов вольт. В комплект с шокером входят 3 картриджа, они одноразовые, то есть после использования нужно покупать новые картриджи. В принципе, модель достаточно привлекательная для тех, кто боится ближнего боя, то есть у вас будет 3 метра приблизительно на то, чтобы поразить противника. Вполне хороший результат. На этом, пожалуй, все. С вами был интернет-магазин Попади в 10.ру. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и будете получать полезные видеообзоры. До свидания.